на Симферополь откуда отправляете, чтобы сюда приехать? Вот это, Симферополь, Зеленогорск. Вам Симферополь надо сейчас? Нет, ну вот если я буду ехать отсюда из Симферополя, где мне садиться? Вон, где машина проезжает, вон. Там поворот есть, узкий поворот. Ага, а в Симферополе где сесть мне на него? Восточная автостанция. Восточная, спасибо. Простите, пожалуйста, скажите, а в этом здании что размещается? Контора. Предприятие, где работаете вы, там есть животноводческий комплекс? Конечно. Вот в нашем предприятии, да, реализуется она у нас в нашем магазине и в торговых точках в Судаке. У нас есть две точки в городе Белогорск. И до недавнего момента была в городе Симферополь, но, возможно, возобновится. Ну, в принципе, как бы спектр-то у нас широкий. От животноводческих комплексов, зерноблоков, там гараж, естественно, цех растениеводства. То есть, ну, в принципе, у нас объем большой профессии захватывается именно таких вот сельскохозяйственных, что как бы, у нас одно из самых больших, в принципе, предприятий в нашем районе. Поэтому очень много возможностей у выпускников. Конечно, мы никогда не отказываем, мы с удовольствием, если подходит именно профессия практиканта под наш профиль, то у нас очень много проходит практикантов. Спасибо.